Да. Так, спаси позиция. О, каракан. Бери. Так, боль. Че, бить, что ли, так приходится? Да, боюсь, что да. Жаль. Да не пешка, что ты делаешь? Нормально. Все, дай мне эту позицию. Да нет. А че тут ничего страшного? Как ничего страшного? Все отдал уже. Так а че я отдал-то? Ну, пешку позицию развалил. Что еще надо? Вот еще вторую зевнул сейчас после перезда 4. Бахмен, поехали. Все идет на... Так, это мы бьем. Бей на хотя бы за что-то можно будет побороться. Вперед. Ой, вперед. Обратите внимание, мой напарник забыл, как ходит конь. Смотри, настаиваем на своем размене. Понятно, нельзя было ферзь Б2 пойти, настоять как-то по... Нет, ну, понастойчивее. Мы сюда надо хотим напасть. Стой, что ты сделал? Это ж муть. Ну все, давай ставь мат, да не так, аж 4, давай, все, погнали. Нужно сыграть. Видишь, ой. Он задумался. Недавно подсказал. Стоп, подожди, тонко, подожди, тихо. У меня идея. Да стой, не надо, отстань. У меня идея. Сейчас она превратится в жизнь. Вот она. Нет, это не она. Вот она. Смотри, видишь, как заключается. Ты видишь, как тонко. Все, отдай мне позицию. Смотри, сейчас ты увидишь. По информации посмотрим. Че? Вот, видишь? В чем тонкость? В чем тонкость? Сейчас увидишь. А тонкость заключается в том, что выманил на себя пешки. Будешь получать мат. Так, это мы отойдем. Очень тонко, да. Перевести ферзя с D3 на A2 за 5 ходов. Все, занимайся, дальше сам играй, я не хочу. Спасибо. За тонкую идею. Я правда не хочу. Я пошел обратно. Я хотел слон E5 сыграть. А нельзя было сразу это сделать? Без перевода ферзя на А2. Нет, мне хотелось сыграть именно в тот момент, когда слон стоял на D6. Черный. Все, хорошо. Угу. Может, король B1 тонко сыграть в твоем стиле? В чем тонкость? Ему очень захочется дать шаг на А1 сейчас. И? Ну и... Это тонко. Тонко то, что времени осталось по минуту 18. Ты не забывай, что у нас есть отвлечение слон B8. Отвлечение тяжелой фигуры. Только это ладья на B8 нам даст мат, который СФ придет в результате этого отвлечения. А мы здесь выигрывать собираемся? Да. Ну пора бы уже выиграть хоть одну партию. Смотри, как тонко. Слушай, если бы мне сказали то, что вот играя такую позицию, я бы сказал то, что я лучше загнулся где-нибудь там в муках ада. Смотри, как он тонко играет тоже. Моя школа. Чё-то даже не вижу ничего. Тонкой игры. Вот, слон B8 сейчас отвлечение. Можно вообще ферзей поменять. Самое смешное, что слон B8 выигрывает. Ты прям пророк. Так вот. Потрясающе. Слон B8. Без ферзя. Слушай, ну это, я считаю, великая победа. Да, блистательно.